У нас тест на спектра вот такой 10-ваттной светодиодной матрицы. Тут холодный белый должен быть. Вот он здесь на теплоотводе. Самодельный спектрограф. И вот спектр. Значит, у него тут 450. Какой всплеск. Синий свет. 450. 440 тоже захватывает. И дальше так ровненько. 650. Синяя пика на 450. Видно? Вот видно сейчас. Четыреста сорок, 450.